За 10 минут. Там серьезный разговор. Где это мой 500 рублей? Ты что, блин? Путал, что ли? Я тебе дам, я тебе дам. Дай 500 рублей. Я тебе... Что ли? Я 500 рублей смотрю, лей! Я тебе 1000 дам! Я тебе 1000 дам, там они его! Я тебе 1000 дам, уцы! Я машину выиграл, я счастлив! По списку тоже, ну посмотрим, сделаем, не сделаем. Вот, короче, видно будет. Как раз вспомнил, брат. Слушай внимательно. Насчет 10 тысяч мне уже вчера тоже говорил. Я от этого разговора, я отойду отсюда. Вчера тоже говорил, 10 тысяч ты мне должен был. Насчет 10 тысяч я с тобой поговорить хочу на менеджер. Что за 10 тысяч, брат? Ты, оказывается, Махачкале говорил, когда BMW продаст, говорил, я даже забыл насчет этого. Насчет 500 рублей мне... Да, я тоже забыл. Да, насчет 500 рублей мне решили, пообщались, по рукам дали. Сейчас 10 тысяч ты должен, брат. 10 тысяч тоже не дадим до рукам? Не, в Москве тяжело жить, брат. Здесь никак в Махачкале. 10 рублей нужно, да? Ты со мной в мультидвижении не играй, ле. Ле, брат, смотри, ты понимаешь? Ты понял меня, ле? Я тебя шварку, понимаешь? Ты меня понял? Ты меня понял? Ты меня понял? Аккуратно, держите. Ты со мной мультидвижение не играй, ле, андатра, бля. Что, марасы, что ли? Давайте решите, давайте у паркам дайте уже. И чё, как будем решить насчёт 10 тысяч со мной? Давай, чё решать? Может тебе работу найти? Не, не надо. Давай найду. Не, за полтора часа ты сделаешь эти деньги. Я решил, я просто За полтора часа ты сделаешь эти деньги. Хочешь не работу? Сделай, не зачем сейчас полтора часа работу. Может у паркам дадите, чё это? Давай. 10 тысяч рублей, чё это? Нет, пока нет. Давай я тебе работу найду. От души сделай. Не, работу давай я найду тебе. Не, зачем на работу? Не, найди такую работу. Зачем ему такую работу? За час, он тебе даст. Ему найду. Хочешь работу? Не надо ли? Я тебе говорю. Не, давай я тебе работу найду за полтора часа, ты будешь эти деньги делать. Какую работу? Вот фирменный тряпку тоже куплю, щетку тоже куплю, мазы тоже куплю. А мазы это сам делаешь? В Курском вокзале будешь сидеть и обувь будешь чистить. Нормальная работа. Все, оставить работу. Поэтому я тебе это не хотел говорить. Сам работай, брат. Это для тебя бомба и работа, брат. Сам работа не нужна. Не, хорошая работа. Давай сделаем за полтора. Я там машину продал уже. Эти деньги тоже были у меня на руках. Поэтому ты тоже уехал в Москву. Я решил так через поверхность кинуть. Просто понял. Ты что, со мной мультидвижение что ли играешь? Да не, да какие мультидвижения там. А что ты смеешься? Я не понимаю тебя, да? Ты что, так смеешься? Лей, я же с тобой просто... Ты нормально общайся со мной, Лей. Я за секунду тебя высекнуть могу. Расул. Просто, может, ты ему оставишь эти 10 тысяч рублей? Чего ты за них сейчас газуешь? Да, ты со мной. Он тебе просто сказал, да, может, тебе не обязан давать. Он сказал, да, но посчитал нужным тебе не отдавать. Знаешь почему? Потому что ты себя ведешь очень нагло. Если бы ты сказал, эй, брат, ты же мне должен, что там, как там? А ты приходишь, начинаешь бить, посрачики даешь. Вот, понял момент? А что ему объяснять, а что он понимает, когда объясняет ему? Конечно, но ты ему не объяснял. Брат, я тебе последний раз говорю, со мной это мультидвижение тоже не играй, брат. Насчет 10 тысяч мы должны решить чаще, чтобы дальше у нас разговор не... Через забор. Начал меня снимать. Я тебе сказал, не снимай. Вы начали снимать. И как зайчики ушли тоже. Я этот момент не понял. Подожди, Расул. Ты приехал 5 дней назад сюда. Мы же уже с тобой пообщались, по рукам дали. Твой косяк же был там. А тебе можно меня убить и показать людям? А что, мне не зашли видео с тобой? Я же не убитый. Я убитый был тот день. Ты меня снимал. Показал всем людям.
Давай, если мужчина, поговори вот сейчас. Вот же я разговариваю. А что ты до конца не пообщался со мной в тот день? Потому что ты убитый был. Как я могу с тобой до конца общаться? Нет, а ты же общался, потом ушел и не вернулся, меня оставил. Ну правильно, все правильно. Как правильно? Мы с тобой договаривались, что ты больше не будешь. Нет, ты что, со мной играться, что ли, хочется? Нет. У тебя не получится. Подожди, ты же приехал сюда 5 дней назад, мы же с тобой уже поговорили. А что ты сейчас тему заводишь? Нет, насчет этого я не поговорил с тобой. Насчет этого, ну мы руки пожали, ты сказал, все, было, было. Ну, а сейчас, когда мы видео снимаем, ты подходишь и начинаешь за эту тему качать. Ну, как понять? Я хочу тебе это насчет этого до конца пообщаться. А, давай пообщаемся. Давай. Ну? А что ты ушел? Я ушел, все, ты меня подвел, ты меня обманул, ты был там убитый, поэтому я ушел, и я должен был вообще к тебе не возвращаться и не звонить. Ну. Но я тебе позвонил, сказал, все, Расул, приезжай, но давай больше такого повторяться не будет. Было такое? Не помню. А. Это какой день был, когда ты ко мне приехал? Ну, какая разница уже? Какая уже разница? Это а прошло. Ты знаешь, если ты так будешь со мной играться, ты проиграешь. Как я проиграю? Я же знаю. Как? Как? Вот так. Ну хорошо, я же с тобой не игрался. Я всерьез все делал. Ты со мной игрался, я же знаю. Не игрался я. Расул, смотри. Давай сейчас вот эти разговоры все оставим. Сейчас зачем вот лишний раз начинать ругаться, ссориться? Все, мы же этот вопрос решили. Все, дальше. Как ты решил? Ну, ты приехал сюда, я тебе набрал. Ты приехал, мы с тобой пообщались, по рукам дали. Как подожди, подожди, Расул, стой. Не, это момент я вообще тебя не понимаю. Как не понимаю? Не, ты пришел, меня убить и начал снимать. Это как понять? Подожди, ты же меня подвел? Мы же с тобой договаривались, что ты не будешь это делать. Нет, ты это для чего вообще сделал? Чтобы урок был. Ну ты же понял, что я убитый был тот день. Какой бы ты ни был. Ты что со мной? Я же людям не сказал. Нет, ты меня не перебивай. Я не перебиваю. Все, Расул. Слушай внимательно. Я слушаю тебя. У тебя не получится со мной ли так общаться, там на видео снимать, где попало. Я тебе серьезно говорю. Ты что ли смеешься? Я не смеюсь. Не шучу с тобой. Ты че ли, все, так разговор с тобой. А что мне сейчас делать? Я тебе перед последний раз я тебе говорю, если такое будет повториться, я тебя просто уничтожу, каламбур. Все. Понял ты меня? Все. Ты меня понял? Все, Расул, понял. Понял все. Ты? Да. А что, я что ли не могу на тебя смеяться? На твои руки смотри. Смотри, да, на него, смотри. Расул! Живой? Чё вы каламбуры были, пришли сюда, иди отсюда. С днём рождения, лей. Ну погоди. Салам алейкум. Малейкум. Как дела, Расул? Нормально. Настроение, общее положение. Чётко. Я просто тебя вот так снять хочу, чтобы тебя поздравляли. А ты был подарок, чё, без ничего пришли? Подарок хоть привезти нормально, серьёзно. Подарок привезти? Да. Чё ему подарили? Подарить ничего не надо, мне бабки дай хватит. Я тебе торт купил, Расул. Торт не нужен мне, рублей 20-30 дай хватит. 20-30 тысяч рублей? Да. Ты чё, охренел что ли? Такие бабки, откуда? 20-30 рублей же. На вот, 20 рублей. Это белочка, ты чё, прикалываешься? Это мне сын. Вставай, да, Расул, вставай. Тебе золото кто дарил, да? Ты чё, Расул, в одежде что ли спишь? Ну холодно, я вчера открыто оставлял это. Как я спал? Вам зачем вообще? Чё ты спрашиваешь, как ты спал? Ты хорошо спал или плохо спал? Расул. Это чё за бардак, ле? Это не я. Ты чё, Том и Джерри играли что ли здесь? Это чё, ле? Оставь, я себе налил, брат, я тебе новый налил. Нет, ты скажешь, нормально, оставь. Магал, у него сегодня день рождения. Поздравляю, из-за того, что тебе день рождения, я тебя оставлю. Он тебе чай подарил на день рождения, готовый. Молодец. Расул, мне нужна твоя помощь, сейчас мы будем снимать ролик. Что за ролик? Ну, про Ниву, про Ню. Я же тебе говорил, ролик то, что будем снимать. Понял. Будет нормально. Я же снимал про него ролик. Что, сейчас что, опять тоже будет? Ну, там чуть-чуть другие кадры. Что за кадры? К кадрам пойдем. Кадры будет? Я понял, кадры если будет, нормально будет. Хорошо.
Иди там, ведь что, блядь, каламбуры, блядь, снимают меня с утра, блядь, оставь себя, приду. Иди ты отсюда, тихо. Расул, иди отсюда. Не мешай мне нормально, чай, иди ты отсюда, ведь что, блядь, Расул. Расул, оставь, что ты сразу на всех наезжаешь? Ну, я хоть себя приду, нормально, себя приду. Я не люблю, что там меня что-то кто-то говорил, снимал, там что-то сказал, что-то сделал. Понял. Маха, подожди. Ты, сколько тебе нужно времени? Минут 13. 13 минут? Да. Все, через 13 минут мы заново снимем. Ты будешь готов? Да. Все, давай. 13 минут прошло, Расул. Ля, Анчос, я же тебе сказал, не снимай, иди отсюда. Тормози, да, Расул. Иди ты отсюда, ля. Эй, подожди, 13 минут прошло. Прошло, оставь меня нормально, себя приду, ведь что, прикал? Ты же сказал 13 минут. Иди отсюда, ты. Подожди, стой, Расул. Дурак. Хорошо. Оставь нормально. Хорошо, сколько еще? Еще минут 27. Давай, иди отсюда. Не зли меня, пока я добрый, иди отсюда. Расул. Пока я добрый, иди. Подожди. Расул, пока я добрый, эту тему чисто здесь свои знают. Расул, по-братски, пойдем, срочно надо успеть этот ролик снять, потом отдохнешь, хорошо? Еще один чай попью, видим. Все, давай, жду. Расул, ты готов? Я вот носки, куртку одену и все. Все, давай. Трусики одел я уже. Красавчик, Кевин Клайн, да? Да, Кевин Клайн, фирмач.